Сегодня в администрации города прошло срочное совещание по поводу сложившейся в Прикамье непростой ситуации с заболеваемостью вирусным гепатитом. Всего за 9 месяцев этого года в Прикамье зарегистрировано 321 случай заболеваемости. Показатель более чем в 3 раза повысил многолетний уровень. Как показывает статистика, чаще болеют дети в возрасте до 14 лет. И хотя территориями риска по вирусному гепатиту А являются сама Пермь и Пермский район, в Кунгуре решили принять профилактические меры. Уже сегодня в общественные организации направлены предписания по соблюдению правил предосторожности. И это весьма резонно, ведь за последние 3 месяца зарегистрированы единичные случаи заболевания в соседних районах – Суксунском, Ординском и Березовском. Также на днях было подозрение на гепатит у одного из кунгурских школьников, однако оно не подтвердилось. На сегодняшний день, значит, нет данных за подтверждение это подозрение на вирусный гепатит А у данного школьника. То есть у него диагноз основной пойдет острый гастроэнтерит. Поэтому, значит, но предписание на наш адрес выдано, мероприятие это все равно мы уже уже это самое начали делать, мы не можем их на полпути, то есть увезли в лабораторию в Пермь, они же все равно сделают эти анализы. Заказали мы эту вакцину, нам уже ее разнарядили, мы все равно завтра поедем ее получим. Чтобы не заболеть желтухой, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, содержать в чистоте посуду и пищевые продукты, не употреблять воду из случайных водоисточников и из-под крана, пить ее только кипяченой. Также не стоит забывать, что от вируса гепатита А защищает вовремя сделанная прививка.